При пожаре звонить 01. Информационные плакаты – обязательный атрибут в школах, так же, как и огнетушитель, сигнализация и тревожная кнопка. Информация поступает напрямую в МЧС, минуя диспетчера, что позволяет экономить до 2 минут, порой решающих. В 148-й школе мы сейчас находимся, и, на мой взгляд, с моим жизненным опытом, да, здесь много сделано для того, чтобы максимально облегчить путь эвакуации. Здесь установленные турникеты, тем не менее, мгновенно демонтируются. И те проемы дверные даже, которые раньше допускались там 90 сантиметров, привели в соответствие с новыми нормами на 140. Городские депутаты объехали учебные заведения, чтобы выяснить, как в них обстоят дела с безопасностью детей. В Самаре больше 150 средних школ. За последние годы практически во всех установили турникеты и, конечно, камеры видеонаблюдения. Под контролем не только пожарная, но и антитеррористическая безопасность. В каждом образовательном учреждении ранее была тоже установлена кнопка тревожных сигнализаций. Она очень эффективно работает, потому что в детском учреждении охранник не имеет права иметь средства, там, ни оружия любого типа, ни там, спецсредства. Вот. И понятно, что ситуация может такая возникнуть, да, что даже его наличие будет неэффективно. Поэтому есть стационарная кнопка на посту. Депутатская проверка образовательных учреждений показала, что школы соответствуют правилам и требованиям пожарной безопасности. Пол, стены и потолок обработаны негорючими материалами. На каждом этаже установлены камеры видеонаблюдения, которые отражаются на пульте охраны. Марианна Мирная, Станислав Левин. События.